введен в эксплуатацию новейший учебно-тренировочный комплекс по борьбе с водой и пожаром. «Каспий» предназначен для практической подготовки экипажей кораблей, катеров и вспомогательных судов к действиям по борьбе за живучесть в аварийных ситуациях. В России продолжаются разработки перспективного спасательного оборудования для военно-морского флота. На международном военно-техническом форуме «Армия» были представлены телеуправляемый необитаемый подводный аппарат ТНПА «Марлин-350», парокамера «БКД-120С», комплект водолазного снаряжения «СУ-5», а также амфибийный катер компании «Логопром». Дорогие друзья, наступает завершающий аккорд военно-спортивного праздника в честь Дня военно-морского флота России. По фарватеру идет вспыхнувшее фонтанами противопожарное судно ПЖ-123 аварийно-спасательного отряда Черноморского флота, возглавляемого капитаном второго ранга Вадимом Джанунцем. Капитан судна Дмитрий Песняк. На спасательном буксире служат настоящие профессионалы, смелые и решительные люди. Судно оснащено современным противопожарным и спасательным оборудованием. Мы славим тех, кто вместе с флотом вырос, кто все моря и океаны исходил, кто 100 штормов как богатырски вынес, все трудности походов победил. Искрящиеся на солнце фонтаны водяным фейерверком вздымаются над судном и сплошной стеной опадают на гладь бухты, создавая праздничное настроение всем, кто любит флот, кому не безразлична его история и судьба. Этот праздник фонтанов на воде нет нужды комментировать. Его надо смотреть, им надо любоваться. Мы также видим группу рейдовых буксиров Черноморского флота. Эти друженики моря, которые ведут капитаны Алексей Украинец, Борис Васильев и Сергей Марчук, в день военно-морского флота продемонстрируют жителям и гостям города непривычную механическую силу, а в прямом смысле грациозный танец на воде. Не каждый день можно увидеть, как на глади моря, словно на танцполе, кружатся в ритме вальса рейдовые буксиры нового поколения. Но в профессиональный праздник военных моряков возможно все. И мы являемся свидетелями этого незабываемого фееричного зрелища. Современное оборудование позволяет капитанам филигранно управлять буксирами, добиваться впечатляющей синхронности и слаженности действий. И делается это настолько точно, элегантно и артистично, что хочется не сдержаться и воскликнуть: «Браво! Давайте отдадим дань уважения капитанам и профессиональному мастерству команд танцующих рейдовых буксиров и наградим их нашими аплодисментами!» Буксиры входят в состав отряда судов обеспечения, который возглавляет ветеран Черноморского флота Сергей Писарь. В составе Черноморского флота буксиры обеспечили более 2000 буксиров в интересах обеспечения боевой подготовки кораблей. На фоне стоящих в парадном строю кораблей мы видим парусную флотилию «Яхт-клуба ЦСКА». «Прощай, причал! Пусть крикнет чаек, качает эхо берегов! Пусть ветер весело крепчает, мой парус странствия готов!» Когда-то говорили: «Кто не ходил под парусами, тот не моряк!» И хотя уже давно прошли те времена, когда появилась эта крылатая фраза, глубокий смысл и житейская мудрость этого изречения сейчас так же актуальны, как и 100 лет назад. Основатели города и флота, сами, будучи командирами парусных кораблей, совершали трудные походы морской доблести и славы по безбрежным просторам морей и океанов. Эту добрую традицию продолжают армейские смены, успешно участвующие в Олимпийских играх и международных парусных регатах. Настоящие школы подготовки будущих моряков и
сколько мужественных людей, не знающих страха и любящих морскую службу. Двухмачтовая гафельная шхуна «Святая Татьяна» Международного детского центра «Артек» построена региональной общественной организацией «Молодежная морская лига» при поддержке фонда президентских грантов в 2019 году. На борту шхуны юноармейцы и юнги молодежной морской лиги, участники недавно завершившегося кругосветного плавания на фрегате «Паллада», посвященного 75-летию Великой Победы и 200-летию открытия Антарктиды российским мореплавателям. Шхуна несет на своих бакелях флаги фонда президентских грантов, молодежной морской лиги и юнармии, осенявших лучших юных моряков России в ходе исторического плавания фрегата «Паллада». Руководитель морских программ «Артека», капитан второго ранга в отставке Александр Берковский. Среди французских романтиков ветра и моря флагман парусной эскадры яхта «Орион». Под управлением капитана, мастера спорта СССР, победителя спартакиады и кубка СССР Михаила Бондарева. Яхта была построена в 1936 году в Германии. Была победителем «Мука Черного моря». За ней идет яхта «Ая» под управлением мастера спорта, президента Федерации парусного спорта Севастополя, капитана первого ранга в отставке Валерия Зубкова. В 2000 году яхта стала победителем чемпионата России. Следом идет яхта «Вега». Капитан яхты Андрей Кравчук, мастер спорта, победитель Кубка России 1998 года. Яхтой «Муссон» управляет мастер спорта международного класса Борис Сосновский. Замочает бой яхта «Чайка» под управлением капитана Владимира Стопленова. Она неоднократно участвовала в международных парусных регатах. А приветствуем спортсменов, спортсменов и юных моряков России. Пожелаем им подушного ветра и побед на яхтенных регатах.